генеральный партнер программы «Кухни Корона». Партнер программы «Лукошко». Любимый магазин возле дома. Всем привет! Вы смотрите телеканал M-Television. Меня зовут Евгений Рязанов, и вы сегодня находитесь в программе «Мужчина на кухне». Мы неоднократно приглашали гостей в нашу студию, и сегодня мы тоже решились на хороший, замечательный подвиг, пригласить хорошего, замечательного певца и композитора Дмитрия Маликова. И вы сегодня станете свидетелем нашего общения. Дим, вот такой вопрос. Вы росли достаточно в знаменитой и музыкальной семье, то есть и ваши родители постоянно были на гастролях, и вы, соответственно, тоже. Баловали ли вас родители какими-то вкусностями? Ну, или, может быть, кто-то, вот, я не знаю, из близких, тети, дяди, бабушки, либо дедушки? Вы знаете, тогда были времена другие немножко, и 70-е годы, ну, по крайней мере, осознанное свое детство, которое я помню. В общем, самыми большими деликатесами были зеленые бананы на Новый год. Вот, и салат, так сказать, вот этот вот наш знаменитый, оливье. Оливье. Да, вот, поэтому никаких таких особых деликатесов я не помню, но сладко любил, и любил, что, когда меня бабушка в школу провожала, яичница нам и делала, и салат с огурцами. Дим, уж поскольку мы находимся на кухне, любите ли вы сами готовить? Нет, и не умею. В общем, как-то не, ну, да, ну, как бы сказать... Есть люблю, а так нет, да? То есть, поэтому редко мне удается что-то такое на кухне сварганить, но могу себе сделать яичницу, могу сделать кофе, могу сделать бутерброд, что еще? Ну, даже пожарить картошки, но это уже целая для меня история. А вот, скажем, пришли к вам в гости, чем будете почивать своих гостей? Ближе вам добежать до гастронома, до супермаркета, что-то приобрести и купить? Либо все-таки, может быть, что-то там для друзей, для самых близких? Нет, ну я могу попросить жену замочить мясо и сделать, так сказать, либо купить готов. Могу пожарить, шашлык могу пожарить, если гости приходят. Я знаю, вы были в гостях у моего коллеги, у Ивана Урганта. Да? Вы там готовили рыбу. Да, но это несложное блюдо, на самом деле. Это просто мы в Италии научились, это надо в фольге делать. Просто рыба должна быть свежая, и там просто ее немножко солишь, маринуешь там и в духовку, она сама там себе готовит. Я так понимаю, что все-таки итальянская кухня вам ближе к сердцу. В этом отношении я понимаю Гоголя, который говорил, что... который вообще открыл для России итальянскую кухню. Мне нравится итальянская кухня, но мне вообще нравится вкусная еда. Я сегодня здесь прекрасно, меня угостили потрясающим супом из баранины, потом была баранья нога, потом был свекольный салат замечательный, раки были вообще. Что, о чем можно мне? Какая итальянская кухня? Все в Уфе самое вкусное. Осень уже не спорит. С модой на снежный цвет. Я найду забытый твой номер. Наберу давно знакомый номер и прошепчу привет. Из русских блюд что нравится больше всего? Я к русской кухне отношусь спокойно, потому что всегда очень много этого, понимаете? То есть чем меньше еды, тем ты острее ощущаешь ее вкус. Вот, поэтому, ну что, я люблю супчик, люблю лапшичку с грибами, с курочкой. Вот. Картошку жареную с луком и тоже с грибами, селедку под шубой. Нормальную, да. обыкновенную да, кашу вкусную, гречневую тоже с лучком. Вот, то есть и рюмочку водочки. Поете ли вы на кухне? Может, там что-то там мурлычете, напиваете? Ну, у меня недалеко от кухни стоит рояль, поэтому я на кухне... Одновременно? Да, стараюсь не петь, потому что и так моим домашним достается. Потому что если я не на кухне или не в душе, то я обязательно за роялем. Вот. Поэтому в силу просто своей профессии я профессионально занимаюсь этим, стараюсь, ну, не мешать. А в застолье, когда какие-то песни, там вот застольные песни поются, то почему бы не поддержать? Скажем, караоке по-русски. Да, караоке по-русски. Хотя непосредственно караоке я не люблю. И вообще артисты не любят караоке.
Дима, еще один вопрос. Самое экзотическое блюдо, которое вам пришлось попробовать, будь в любой точке планеты? Кровь змеи, которую только была убита. Кровь кобры, которая была смешана со спиртом. Говорят, что это очень полезно для мужской силы и вообще. Но, честно говоря, я был там во Вьетнаме, ну, у нас была группа большая, там была банковская конференция, и кто-то все там как-то поддался общему психозу, вот, но, в принципе, потом понял, что не мое, потому что, во-первых, животное жалко, во-вторых, все это русские народные забавы, они не по мне. Я желаю вам всегда приятного аппетита, всегда такого прекрасного застолья и утром, и днем, и особенно вечером, чтобы ваша чаша всегда была хлебосольная и полна. И до новых встреч. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, пока вы будете смотреть всю программу, которую мы сейчас только что отсняли, а мы с Дмитрием в этот момент, ну так сказать, перекусим, что сегодня нам Бог послал. Генеральный партнер проекта «Кухни Корона». Телефон единой справочной I knew that I would not.